Любитель велопрогулок Михаил и подумать не мог, что когда-нибудь попадет в аварию. Но, к сожалению, попал. Чудом у Михаила не царапинки, только вот любимый двухколесный пострадал. Заднее колесо смято. Ехал через перекресток на велосипеде, к пешеходному переходу. Вместе с пешеходами я пересекал дорогу на зеленый свет. Автомобиль Hyundai поворачивал направо, и врезался в меня. Поломал мой велосипед. В данном дорожно-транспортном происшествии усматривается вина водителя. Hyundai Getz, 88-го года рождения, не предоставил преимущества движения велосипедисту, который пересекал проезжую часть. С наступлением весенне-летнего сезона на улицах города все больше велосипедистов. Как итог, аварийность на дорогах повышается. В прошлом году фура сбила двух велосипедистов. Позже один из них скончался в больнице. Еще один мужчина был насмерть сбит в Орловском районе. Велосипедистам можно сказать, что чтобы были внимательны на дороге днем, в ночное время суток были со светоотражающими элементами, так как на велосипеде, так же и на одежде. По возможности двигались правой проезжей части. Всем участникам дорожного движения следует быть аккуратными и внимательными, но водителям четырехколесного в первую очередь. Ведь при столкновении автомобиля и велосипедиста чаще всего страдает последний. Анна Немолякина и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».